Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про Цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. Никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Приходим в этот мир с закрытыми глазами. И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее. Братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Веселей, Митчелл. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. За этим мы сюда и пришли. Но мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как? Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание! Слушайте! У нас приказ проникнуть на Эпсилон! Быстро и грубо, как мы вас учили! Во всем разобрались! Все знают, куда идти! Ура! Все готовы! Ура! Ну, поехали! Митчелл, Айронс, вперед! Работаем! Северные корейцы напали на Сеул. Мы сумели дать им отпор. Это было не задание. Это было посвящение. Барсук 01 на связи. Держитесь, парни. Поехали. Как на учебе, Митчелл? Увидимся там. Космонавт, зона снижения под мощным обстрелом. Вас понял. Барсук 01, корректирую вашу траекторию. Держись! Митчелл, закрой бронещиты! Давай, Митчелл, быстро! Митчелл, давай! Меняю точку сброса. Вот дерьмо! Приготовились! Ты как, цел? Митчелл. К двери. Вас
вас понял. Группа, не спать! Осторожно! Черт! Так! Нам надо оказаться внизу на земле и связаться с подрывником один! Понял, сэр! Контакт! Контакт! С этой стороны есть место для высадки. Свободная площадка. Придется прыгать. Всем приготовить бустеры. Не забудьте, контролируем снижение короткими выбросами. Ты как? КП должен быть впереди. Хорошо, выступаем. Барсук 01, внимание, к вам приближается рой дронов. Вас понял. Всем смотреть в оба. Контакт на 11 часов. Береги голову. Кто-нибудь залезьте на эту турель! Не подпускай к нам дроны! Нужно время, чтобы зарядить эми! Их тут полно! Не могу прицелиться! Бей по дронам! Заряд эми 50%! Эми заряд полный! Огонь! Надо перебраться на ту сторону. Готовьте бустеры. Живем только раз. Чем проще, тем лучше, а, Митчелл? Хорош языком трепать. Ты. Это наша цель. Мы должны найти наших подрывников. Они уничтожили целую улицу. Ракеты Хау. Северные корейцы разносят основные дороги. Чтобы попасть в торговый район, нам надо как-то обойти этот провал. Подрывник 1, это Барсук 01. Вы там? Прием! Вас понял. Принимаем. Идем пешком. Будем через 15 минут. Вас понял. Слышу по дороге. Прием. Понял. Поторопитесь, Барсук. Митчелл, открывай ворота. Куда палишь? Тут свои! Назовите себя! Спасатели из Атласа. Идем, важную персону. Как у нас дела на юге? Дерьмо. Давай в восточный туннель. Вас понял. Вперед! Удачи! За мной! Атлас, Уилл, это не твоего отца компания? Да. У них лучшее снаряжение, платят отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране, а не своему парню.
уезжай. Нам нужно найти подрывников. Митчелл, сюда. Там пусковая установка КАМС. Подрывники должны быть рядом. Вон там! Черт! Убиты! Так. Так. Я вижу их взрыв-пакеты. Мы сможем справиться сами. Сэр, мы не подрывники. Нет, мы не подрывники. Но если мы будем ждать следующую команду подрывников, пусковая установка успеет сменить позицию. Я заберу заряды, сэр. Просто прикройте меня. Уверен, Уилл? Да. Я справлюсь. Хорошо. Митчелл, пойдешь с Айронс. Возьми эту хрень. Мы тебя прикроем. Ну, начнем. Контакт! Берите их! Уилл, на установке тяжелая броня. Ты должен найти панель доступа и поставить заряды в нее. Вас понял, сэр! Митчелл, за мной! Давай докажем, что это... Митчелл, сюда! Заряды! Таймер установлен! Черт! Я сломал руку! Как больно! Ну, тяни! Черт! На таймер забей! Еще раз! Дергай! Мы взлетаем! Уходи быстро! Митчелл! Нет времени! Ну давай, прыгай! Порядок. Там увидимся. Барсук 2 ранен. Эвакуация! Держись. Не уходи. Все будет хорошо. Ты скоро будешь дома. На второй день кровопролитных боев морские пехотинцы сумели вытеснить северокорейские войска из Сеула. Учитывая, что скоро им на помощь прибывает еще одна дивизия, можно надеяться, что мир и стабильность вернутся в регион. Почему одних смерть минует, а других забирает с собой? Я так и не смог найти ответ. И все-таки смерть приходит. Рано или поздно. Когда теряешь больше 6000 людей за 4 часа, очередная смерть становится просто цифрой. Мой лучший друг погиб, а остальное было неважно. В глубине души я жалел, что погиб он, а не я. Погибшие отдали все свои долги. А живые должны платить по счетам. Сегодня мы прощаемся с рядовым Уильямом Робертом Айронсом. С человеком, служить с которым было честью для меня. Суть жизни в том, как сильно она влияет на жизнь других. Если это так, рядовой Айронс останется для нас одним из лучших. Его будет помнить семья. Друзья, соратники и народ Америки.
Прости, Митчелл. Уилл был одним из лучших. Знаешь, мы своих не бросаем. Если тебе нужно... Простите, рядовой Митчелл. Я Джонатан Айронс, отец Уилла. Мистер Айронс, мы скорбим вместе с вами. Я уверен в этом. Митчелл, вы лучший друг Уилла. Вы оба пожертвовали для страны слишком многим. Это ужасная трагедия, сэр. Не просто ужасная, сержант, ненужная. Сынок, я хочу дать тебе второй шанс. Мистер Айронс, Митчелл уволен в запас, его раны... Я знаю о его ранах, сержант. У нас в Атласе есть протезы, которые появятся в армии только лет через 20. Уилл говорил мне, какой ты солдат. Ты заслуживаешь место в армии, которое достойно тебя. Подумай. Уилл не мог умереть зазря. Сержант? Ладно, вы все знаете, что делать. Все по местам. Один. Мы нашли его. Пресс-центр, южное крыло. Понял, Пророк. Мы зашли. Митчелл, кидай сенсорную гранату. Господин премьер-министр, мы спасательная команда «Атласа». Можете назвать свой код? Сулу Танго. Окей, пожалуйста, пригнитесь и держитесь поближе. Ладно, сынок. Пророк, посылка у нас. Двигаем к выходу. «Атлас-01, отходите к северной подъездной дороге». Вас понял. Пророк, мы подходим к северной подъездной дороге. Как у нас с эвакуацией? Транспорт идет. Ждите через минуту. Придется нам здесь окопаться, пока за нами не прилетят. Не подпускай их! Атлас 01. Транспорт на подходе. Пошли, пошли! Это за нами! Митчелл, заводи премьер-министра внутрь! Митчелл, болван! Ты покойник. Сброс! Отказ техники не оправдание. Лучшее оружие у тебя между ушей. Работай! Это все его рука. Я знал, что рано. Эта рука стоит больше, чем все, что здесь есть. Как там мой мальчик? Набирает обороты. Ладно, работайте. Это отличный солдат. Грустно, когда армия отказывается от таких людей. Прыгай, устрою тебе тур. Джокер, мы везем Митчелла в лабораторию. Подготовь симулятор. Будет сделано, босс.
То, что ты видишь, новейшее оружие. У Атласа самая большая армия в мире, но мы не служим никакой стране. Мы не правительство и не скрываем своих возможностей. Мы не политики, мы сила, суперсила для найма. Сила — это не только разрушение. Атлас создал целую инфраструктуру Кореи, Сьерра-Леоне, Нигерии. За несколько лет мы делаем то, на что у властей уходят годы. Суть в том, что часто мы более эффективны, чем те, кто нас нанял. Мой сын в этом убедился. Митчелл, знаю, ты здесь не ради денег. В этом ты очень похож на Уилла. Теперь займись рукой. Митчелл, посмотрим, что там с этой рукой. Пожалуйста, подойдите сюда. Пройдите и поместите руку на стол. Так, сейчас прогоню несколько тестов. Попробуйте пошевелить рукой, пожалуйста. Чуть-чуть подстроим. Подождите. Хорошо, еще раз. Кажется, я вижу, в чем проблема. Еще раз, пожалуйста. Ладно, все в порядке. Но я советую еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. Джокер, мы поднимаемся. Переключи симулятор в режим штурма. Вас понял. Мы готовы. Подготовка режима штурм. Запускаю симулятор. 3, 2, 1. Старт. Я вижу. Чисто. Мистер Президент, мы здесь, чтобы спасти вас. Ваш идентификационный код? Альфа, Зулу, Танго. Код принят. Держитесь за нами. Вперед! Пророк, мы приближаемся к северной подъездной дороге. Нужна немедленная эвакуация. Вас понял, Атлас 01. Транспорт на подходе. Не останавливайтесь. Президента внутрь. Хоть на этот раз не облажайся. Похоже, теперь у нас есть оператор. Он скоро будет, сэр. Он готов к реальной работе. Отлично, сынок. Я рад, что ты в Атласе. После Кореи я думал, мне не подняться. Айронс дал мне цель, ради которой можно жить. Но войти в дверь – это первый шаг. Потом надо доказать, что ты пришел не зря. Первый шанс я получил через 2 месяца. 12 часов назад на научно-техническом саммите в Лагосе был взят в заложники премьер-министр Нигерии Самуэль Абидойя. Мы считаем, что это дело рук КВА, террористической группировки, которую финансируют бывшие чеченские сепаратисты. Местонахождение и личность ее главаря по кличке Аид по-прежнему неизвестны.
Хотя причины похищения не ясны, оно явно продолжает серию приписываемых КВА нападений, имевших место в течение последних лет. Ваша задача – войти в контакт с командующим спецслужбами капитаном Аджани и обеспечить немедленное освобождение премьер-министра. Они думают, что умеют освобождать заложников. Мы покажем им класс. Шевелись, Салага. Да погоди еще. Нет синхронизации. Так, есть. Впечатляющие штуки. Ух. Не влюбись в эти игрушки. Все равно дело не в них, а в солдате. Гидеон, мои люди на местах. Мы готовы начать операцию по сигналу. Понял. Через 5 минут. Господи. Постарайся не угробить нас, салага. Вас понял. Что у тебя? Пошел сигнал с дрона. Передаю. Я понял. Готовность. Подходим к зданию. Два человека к окнам. Уходим, уходим! У нас гости из КВА. Южная комната, второй этаж. Защищайте дверь! Продолжаем движение. Впереди конференц-зал. Пожалуйста, я. Остаться здесь должен только я. Нет. Это премьер-министр. Босс, смотрите, кто с ним. Он умрет без медицинской помощи. Уберем его. Наш приоритет, премьер-министр. Мы люди. Мы умрем. Виновные и невинные. Вопрос лишь в том, когда и как. Мы все в руках Божьих! Его убийство ничего не даст! Ты ошибаешься. Нет! Оно даст нам очень много. Пророк, они убили заложника. Будем атаковать. Атлас 2-1, у вас все полномочия. Всем-всем, мы можем идти. 3 минуты до рубежа, Альфа, отчет пошел. Если мы ударим, они убьют премьера. Они все равно его убьют. Мы его вытащим живым. Давайте поживее. Видеосигнал от командования. Покажем им, на что способен Атлас. КВА слишком долго терроризировала регион. Пора им намекнуть. Пожать руку премьер-министру, и весь регион будет мой. Возьмите его живым. И помягче. Давление? Какое давление? Удачи. Включить магнитные захваты. Вверх по стене. Чел, готовь глушилку. Комната заложников в 100 метрах. Сюда. Пророк, мы зачистили периметр здания и выдвигаемся к точке X. 2-1, понял. Вперед. Чисто. Чел, Джокер, посмотрите, что там. Что это было? Гармонический импульс. Засекает органику за любой преградой. Начинаем выступление. Ладно, Митчелл, ты будешь нашими глазами. Разведка засекла 4 бойцов КВА. Уберем их вместе по твоему выстрелу, Митчелл. Они собираются казнить заложника. Враги отмечены.
Все цели уничтожены. Группа «Атлас», всем стоять! Похоже, Аид смылся. Это не наша проблема. Митчелл, охраняй премьера. Они убили всех заложников. Ученых с нашего саммита. КВА были нужны они, а не мы. Аджани. Что? Мои люди видели их в фургоне. Цвет. Какой цвет? Белый. Где он? Что? Уходит из центра. Отлично, пошли. Альфа, на вас периметр. Сэр, вы в безопасности. Спасибо, солдат. Грузовик в зоне видимости. Вижу. А, черт, не могу прицелиться. Да пошло оно все. Начинаем! Уничтожь джипы! Готовься к прыжку! Идеон, мы вас не видим! Преследую цель! Идет на юг по шоссе! Найди транспорт и за мной! Вас понял! Держись ближе! Эй, не спим. Отдохнем, когда я скажу. Пожалуйста, скажи мне, что он жив. Да прекрати ты, он дышит. С трудом. Какого черта им от него нужно? Не знаю, мне плевать. Это решать большим шишкам в штабе. Тебе что, мало платят, Аджани? Вы сделали все, что обещали. Сегодня я угощаю. Ты молодец, Митчелл. Жизнь в «Атласе» была не такой, как в морской пехоте. Но я не жаловался. Под угрозой были жизни людей. И «Атлас» немедленно минуты пришел на помощь заложникам. Черт возьми, Гидеон. Не знал, что ты звезда экрана. Спокойно.
Ясно, что ты и деревня раньше не видел, чтобы у человека все зубы были на месте. Но ты держи себя в руках. Слушай, забавно, а ведь твоя мама... Что? Нет, ты это видел? Неплохо, да? Тебе везет. Кова крутеет с каждым днем. А что будет с парнем, которого мы вытащили, а? Айронс все сам. Ну и гуд. Круто, чувак. Офигительно круто. Как и ты, сынок. Как и ты. Мы могли бы как-то вам помочь, сэр? Но можно начать с пива. Есть кое-что получше. Сюда, джентльмены. Есть военная поговорка. Люби своих солдат как собственных сыновей, и они пойдут за тобой в любое пекло. Я потерял сына. И понял, как важно не упустить время и сказать то, что хочешь сказать, пока еще не поздно. Вы, джентльмены, отлично поработали. Лагос — это потрясающие возможности для Атласа. Я вам благодарен. За вас, парни. Ведь Гидеон был прав. Нам повезло. День ото дня КВА становилась круче, а ее планы грандиознее. Мы на земле, приближаемся справа. Ратрос видит, браво! Сосредоточиться, похоже, Альфа влипла. Прорываемся к зданию вместе с ними. Да. Провоцировать перегрев, времени во время. Вас понял, пророк, мы на подходе. Придется переться в главный корпус, вперед! Смотреть в оба, здесь могут быть гражданские. Быстрее всего спуститься вниз по шахте лифта.
Принято. Вскрываем двери. Одному. Пошли. Чисто. Сюда. Браво. Температура поднимается. Плохие новости, правда? Показатели ниже нормы, но терпимы. Значит, есть шанс. Зал управления прямо. Вот оно! Ты в порядке? Я в порядке. Что это было? Они заминировали дверь. Этот пульт работает. Подключаюсь. Диагностика. Давай за пульт. Пророк, ты видишь? Вас понял. Мы видим то же, что и вы. Так, температура ядра стабильна. Надо залить это. Стоп. Уровни падают. Отводы для пара перекрыты. Вот! Секунду назад было стабильно. Перенаправляю. Физическая температура. Уходи. Гидеон! Принято! Седьмого уровня. Немедленно уходите. Вот дерьмо! Вас понял. Браво! Реактор пошел в разнос. Уходим! Понял, братцы. Пошли! Пошли, пошли! Это задание! Событий. Похоже, главарь КВА по кличке Аид решил сделать заявление. Дорогие граждане мира, вас охватил страх. Вам страшно, потому что вас заставили проснуться. Бывают дни, которые не забыть. Воспоминания, которые жгут нас до самой смерти. Где был ты? В тот день, когда все изменилось. 4 года назад некто попытался разрушить нашу жизнь. Он попытался обрушить наш мир во тьму. Нам казалось, что мы никогда не вернемся домой. Мы справились. Вместе. Когда вы были беззащитны, мы дали вам нашу силу. Когда вы были тяжело больны, мы вылечили вас. Когда настал хаос, мы дали вам порядок. Стабильность, защиту, шанс начать все сначала. Кто мы? Мы путь в будущее. Детка! 2,5 миллиона в таких вот лагерях. Не курорт, конечно, но их кормят, поют, охраняют. Все за счет Атласа. Да, у КВА хватило духу поселиться здесь.
Твою мать. Погано выглядишь. 22 дня подряд. У КВА нет выходных, и у нас тоже. Вас понял. Они собирались переселять людей назад в следующем месяце. Но тут пришла КВА, и теперь все заблокировали. У них наша цель. Мы знаем, где он? Доктор Пьер Дануа. Он в больнице в центре города. Выдвигаемся. Мы 4 года охотимся за Аидом, а его главный подельник вдруг взял и сам приполз. Просто блеск. Секунду, капитан. Идет сканирование. Пожалуйста, подождите. Какого черта КВА делает в Детройте, босс? Брошенный город. Ни полиции, ни свидетелей. Отличное место, чтобы что-то спрятать. Или кого-то. Все в порядке. Удачи. Гидеон! Торос, все готово? Можно ехать. Байки готовы, время рассчитано. Хорошо, по коням. Подключись ко мне, вруби автопилот. Браво 2-1. Доктор в госпитале. Время пошло. Вас понял. На синей точке 5 минут. Помните, брать живьем. Он поможет нам найти Аида. Понял. Конец связи. Имя и номер приказа. Гидеон, приказ 5527. Секунду. 4 бойца на байке. Приказ 5527. Все в порядке.
Там еще! Жми! Джокер, что у тебя? Мы у блокпоста на Бейтс-стрит. Везде солдаты КВР. Это врага на 12. Беглый огонь. Мы почти на месте. Митчелл, выбей дверь. Не стреляй! Митчелл, взять его. Когда видел Аида? Я не скажу! Все они так говорят, а потом визжат, как свиньи. Ты думаешь, это что-нибудь изменит? Ты не знаешь, на что он способен. Теперь нам всем конец! Конец! Не сегодня. Упакуй его. С радостью. Митчелл, со мной. Идет подкрепление. Мы вам поможем. Хватайте доктора и уматывайте. Лучше знать, кто меня прикрывает. Это секретно, друг. Ты думаешь, ему можно доверять? А у нас есть выбор. Цель захвачена. Забираем его для допроса. Гедеон, конец связи. Мы были почти у цели. 4 года на хвосте у Аида, и мы взяли его помощника. Доктор был ключом ко всему. Значит, начнем сначала. Эти люди. Кто они? Вот кем вы меня считаете, а? Думаете, я крыса? Пошли вы! Думаю, ты будешь тем, кем я скажу тебе быть. Илона была одна такая. Раньше в спецназе, теперь в Атласе. Могла стать тебе другом. Или ужасным кошмаром. Угадать было нельзя. Мы знаем имена. Осталось узнать, где и когда будет встреча. Можете убить меня. Я уже мертв. Ну, раз уж ты попал на крючок. Пьер, прошу, работай со мной. Поможем друг другу. Все было кончено. Источник всего один. Данные проверены? Проверено. Аид встречается со своими спонсорами на Санторини через 24 часа. Мистер Айронс, существует протокол ввода войск в... На его совести 50 тысяч смертей, генерал. Мы входим. Операция на территории независимой страны? Без одобрения Конгресса это объявление войны. Атлас – международная частная компания. Нам Конгресс не нужен. Господа, готовы к работе? Мы готовы, сэр. Ждем команды. Высадить группу через 6 часов. Чей это приказ? Это мой приказ!
Смотри на Аида, а не на меня. Клиент приближается. Отметь его. Давай, Митчелл. Сигнал отличный. Найдем клиента. Отслеживайте радиосигналы. Приблизь, чтобы рассмотреть. Так, ищите переговоры КВА. Это наш пропуск в их логово. Сигнал КВА совсем близко. Передача на частоте КВА. Это наш клиент. Это наш пропуск внутрь. Браво, пошел. Нет нужды напоминать о том, как важна наша миссия. АИД несет ответственность за ядерные удары, нанесенные 4 года назад. Уничтожив его, мы уничтожим всю сеть КВА. Ошибиться нельзя. Действуйте! Держим дистанцию, потом убираем его. Я займусь тем, что сзади. Не облажайтесь, девочки. Это частная территория. Вам нужно уйти. Я ищу рынок. Похоже, я заблудилась. Эй! Отлично. Приготовиться к бою. Магнитный ключ у Браво. Внимание, Альфа. Браво в точке Х. Вас понял. Тихо. Проверил. Выявляю цели. Будут докладывать каждую четверть часа. В этом закоулке есть место, которое с нашей точки Патруль, не простреливает. Убрать его. Поставьте на этот угол человека, чтобы прикрывал. Насчет периметра. Наверху. Этот мой. Все будут на месте да и вовремя, сэр. Вашей встрече никто не помешает. Надеюсь. Иначе спрошу с тебя лично. Понял. Аид, конец связи. Пророк, дом зачищен. Теперь займемся конференц-центром. Бас понял, Браво. Альфа, переходите к фазе 2. Принято. Альфа загружает машину. Митчелл, надевай экзокостюм. Я соберу осу. Подкачаем костюм. Пророк, оса готова к запуску. Вас понял. Жду осу. Займись дроном, Митчелл. Я буду прослушивать собрание у Аида. Оса в воздухе. 200 метров до цели. Приблизь конференц-зал. Так, вижу Аида. Вот бы его прямо сейчас убрать. Полегче, Илона. Сначала надо посмотреть. Грузовик Альфы уже у ворот. Альфа, назад. Первый гость на вечеринке, Аса. Подпусти охранников поближе, потом клади. Здесь нельзя парковаться. Да все равно говорить не о чем. Митчелл, даю цель. Огонь по 2-часовым. Дмитрий, да машина уже уехала! Дмитрий, а ты? Альфа, пошел. Часовой внутри. Нет. Да. Дерьмо. Гидеону проблемы.
Спасибо за помощь. Чисто. Альфа пошел. Митчелл, вали двоих. Альфа подчистит. Развернись и прикрой стеклянную стену атриума. Заряд прикроет нас только на время. Убирай их быстро. Отлично. Внимание всем станциям. Похоже, АИД начинает встречу. Альфа, быстрее. Все интересное пропустим. Господь. Убери двоих на верхней площадке. Убит. Чистая работа. Нужно убрать кобуру от этой двери, чтобы у Альфа получилось войти. Вруби сигнализацию на машине. Кобура перемещается. Оса, огонь по троим, которые идут к машине. Пусто! Давай, Митя. Митчелл, следи за собранием. Возьми Аида на прицел, чтобы убрать его чисто. Всем командам, готовимся к прорыву. Огонь только по моей команде. Я всегда держу ее при себе. Это гарантия нашей безопасности. Свяжись с ним насчет следующей работы. У них есть 2 дня. Есть. Оса, это огонь. Запись очень... Пошли! Митчелл, вниз по лестнице, в переулок! Надо отрезать Аиду путь! Внимание, браво! КВА окружила вашу позицию! Всем, всем! Конвой Аида движется на юг! У нас контакт на колокольне! Да! Торрес, повторите! Раненый! Раненый! Снайпер на колокольне! Черт! Снайпер нас засек! Кидаю дымовую! Пошли! Дым вечно висеть не будет! Прыгай, я прикрою! Пророк, посмотри, что с Торосом! В него попали! Вас понял, браво! Требуется медик! Найди Риверса! У него стингер! Дерьмо! Нам нужен этот стингер! Пошли! Сняла его! Конвой Аида,
4 мили от точки X. Вас поняла. Браво движется в точку X. Пошли. Помоги, Митчелл! Браво! Конвой Аида в 2 милях. Вас поняла. Идем на перехват. Туда! Там мы сможем устроить засаду. Браво! Аида идет. Вас поняла. Митчелл, ставь заряды! Найди укрытие. Жди моего сигнала. Идем брать Аида! Вас понял. Внимание, пополнение КВА. Скорее, Митчелл, я прикрою. Митчелл, осторожно! Спасибо. Ладно, вытащим тебя отсюда. Подтверждаю, Аид убит. Повторяю, Аид убит. Он знает. Айронс знает. Что знает Айронс? Смерть Аида – это больше вопрос, чем ответ. Он был мертв, остальное неважно. Это было начало новой главы. Для всех нас. Возмездие, наконец, настигло Иосифа Чхеидзе, известного как Аид, лидера КВА, который организовал те страшные удары 4 года назад. Мы поговорили с Джонатаном Айронсом, основателем и директором Atlas International, частной военной компании, выследившей и уничтожившей Аида. Поздравляю, вы сделали то, что не удалось ни одному правительству. Спасибо, Венди, но наши герои — это люди Атласа, и я горжусь тем, чего они добились за эту неделю. Ходят слухи, что ООН предложит вам место в Совете Безопасности. Вы готовы пойти в политику? Ну, я люблю делать дело, так что нет. Взгляните, что мы сделали в Нью-Багдаде. 40 лет назад мы ушли из Ирака, поджав хвост. Город остался в руинах. Сегодня можно увидеть, что бывает, когда жертвуешь бюрократией ради дела. Эти ваши 4 года были невероятны. После атак КВА «Атлас» стал крупнейшей корпорацией на свете. Теперь вы также руководите самой многочисленной армией в мире. Каковы планы Джонатана Айронса? Каково это, быть спасителем мира? Штаны не жмут? Гидеон, Митчелл, вы мне нужны немедленно. Илона,
Что там? Встречаемся в служебном помещении 6А. Никого с собой не берите. Понял, выступаем. Выясним, что ей нужно. Готово. Вы говорили, куда идете? Нет, и что? Скрэмблер даст нам всего несколько минут. Подключитесь, я вам кое-что покажу. Что, вашу мать, происходит? Смотрите сюда. Это Айронс, с ученым, которого ты спас. Тот, кого вынули из реки? Он так и не вернулся в Нигерию. Два готовят нападение. Они рассказали мне все. Что? Что за атака? Электростанции по всему миру. Они хотели, чтобы я отключил систему безопасности. Где они хотят ударить? Сиэтл, Париж, Токио. Тысячи людей погибнут. Мы должны рассказать кому-то. Нет. Мы должны сказать всем. Ладно, хорошо, хорошо. Я этим займусь прямо сейчас. Да ну, нет. Он знал. Знал все и допустил такое. Все эти люди мертвы, а он просто срубил бабла. Откуда это у тебя? Аид. Последнее, что он успел сделать, передать нам это. А это не подделка? Для шифровки использовался наш алгоритм. Это Атлас. Это видели только мы. Надо уходить отсюда. Быстро! Видели. Мы все это видели. Видел что? Ты знал об атаках. Столько невинных погибло. Это фальшивка, ее взяли у террориста. Да ты псих! Ты чудовище! Ты меня разочаровал. Ты мог получить все. Держите их, пока репортеры не ушли. Гидеон? Да, сэр. Гидеон! Ты все видел сам. Он сказал, подделка. Он принял решение. Стой, где стоишь! Послушай, мы вошли в твою экзосистему. Доверься мне, через 10 секунд включится система пожаротушения. Приготовься, придется бежать. Пошел! Надо выбираться. Срочно! И что теперь? Тебе нужно пройти через старый город. Беги к токам. Они весь город перекроют, чтобы нас найти. Не останавливаться! Прыгай, Митчелл! Узнаешь своего сержанта, а? Мы вас отсюда вытащим. Птичка! Что такое, босс? Назад! Если ты врешь про Айронса, я сам тебя достану. Я права. Атлас-1, доложите. Крыша чиста, ни следа. Ладно, входим. Пошли. У тебя есть вопросы? Пришло время ответить на них. До сих пор мы оставались в тени. Наблюдали. Ждали. Нас создали 4 года назад. Лучшая в США международная группа. Наше имя — Страж.
Наша миссия – расследовать атаки КВА и сделать так, чтобы они не могли повториться. Скоро стало ясно, что угроза еще серьезнее. Человек, использующий эту трагедию в своих целях. После этих атак Атлас вышел на новую высоту. Он захватил контроль над портами, морскими путями, трубопроводами. Страна за страной передавала свои важнейшие структуры в руки Айронса. Мы поняли это слишком поздно. Он сомкнул кольцо. В последние 10 дней переговоры разведки оживились. Постоянно звучало одно и то же слово. Мантикора. Атлас готов действовать. Но мы не знаем как. Мы рисковали, вытаскивая тебя. Но ты наш шанс понять, что такое Мантикора, и остановить ее. Так что решай, Митчелл. Ты с нами? Вот и он. Сейчас узнаем, на что подписались. Хорошо, что ты снова с нами. Жаль, обстоятельства не радуют. Воюем против бывших друзей. Мы с ними учились. Бились. Я знаю, это трудно. Но ты должна справиться. Это важно. Мы справимся. Так, одинокому волку дали зеленый свет. От Митчелла мы знаем, что Айронс едет в свой особняк. Там будет встреча на высоком уровне. Я поведу диверсионную группу. Котики будут ждать у точки выхода. Айронс — наш приоритет. Проникнем в его дом и поймем, что он замышляет. Покончим с этим. Нокс, как дела? Почти хакнул систему управления дронами. Пошел. Патрульные дроны отключены. Время пошло. Кингпин, мы у входной двери. Понял. Можете начинать. Готовь крюки. Кингпин, движемся к контрольной точке 1. Понял. Вы у нас на радаре. Особняк Айронса. Так вот, что можно получить за 1000 трупов. Я выслежу Айронса. Мы должны быть на месте, когда он встретится со своим контактом. Илона за мной. Пошли. Митчелл, активируй оптику дополненной реальности. Запущено отслеживание цели. Ладно, теперь отметь цель. Проверка оптики. Вывожу на дисплей систему управления дронами. Можем отследить любого в радиусе 500 метров от особняка. Ладно, Митчелл, отправляйся в центр безопасности и впусти меня в их систему. Не двигайся, противник слева. Если ты сам молодец, удачи ни при чем. Я тебя умоляю. Ты у нас всегда знаешь, за кого болеть. Ну-ну, я всегда за команду, которая... Лезь в те кусты. Уберем последнего из них. То, что они выиграют? Подожди, пока он подойдет поближе. Мы сделаем это. Ладно, Митчелл. Центр безопасности у них сзади. Иди по входу. Своих денег. Загружаю план в твой костюм.
вошел. Отлично. Взял их камеры под контроль. Убирайся оттуда. Дроны ожили. Назад на крышу. Быстрее, Митчелл. Кормак, мы вошли в систему. Отлично. Митчелл, встретимся в кабинете Айронса. Илона, ты на часах. Вас поняла. Митчелл, давай на главный двор. Держись в тени. Отлично справился, Митчелл. Нокс, мы внутри. Ты нашел Айронса? Никак нет. Это его стол. Начали. Это его стол. Начали. Я что-то нашел. Нокс, мы знаем, где будет встреча. В ангаре. Уже скоро. Ангар закрыт намертво. Не вижу, что там внутри. Войти будет непросто. Черт. Нокс, у нас проблемы. Нас отрубило от системы. Я вижу, у них полная боевая готовность. К тебе идет патруль. Убирайся оттуда. Конвой прибывает к северо-западному входу. Расчетное время прибытия 30 секунд. Митчелл, давай. Эту колонну упустить нельзя. Эта колонна — наш пропуск в ангар. Конвой совсем рядом. Вон колонна. Нокс, нам надо занять позицию. Хатни их канал и останови колонну. Понял. Митчелл, за мной. По моему сигналу. Пошел. Здрасте. За рулем Тед Бог. Внизу доктор Беллами. Едем на встречу с мистером Айронсом. Отлично. Все в порядке. Мистер Айронсон ждет. Хорошего вам вечера. Беллами? Нокс, проверь имя. Уже занимаюсь. Беллами — псевдоним доктора Пьера Данва. Доктор из кого? Филон, я думал, он гниет в камере Атласа. Я тоже. Нокс, доложи об этом наверх. Точно здесь делает Данва. Понял. Доктор Беллами, у нас нарушитель. Что? Что случилось? Прошу вас, мистер Айронс, вопрос ждет вас. Готовы. Пошли. У нас приказ. Если гости увидят, что в этом контейнере, у нас будут большие проблемы, доктор. Мы спешим изо всех сил. Мантикора термически нестабильна. Она очень нестойкая. Ваша забота меня очень трогает. Я не смогу выполнить свое обещание, если вы преждевременно раскроете свои цели. Спокойно, Денуа. Ваши деньги уже в банке. С остальным мы справимся сами. Запущена предполетная проверка. Повторяю, идет предполетная проверка. Очистите радиоэфир. Полная команда. Нокс, мы идем за грузом. Кормак, груз в самолете. Ты не справишься. Клади их быстро! Убрать их! Где Митчелл? Мы дотянемся! Несите их сюда. Молодцы, ребята.
Давайте узнаем, куда направляется этот самолет. Кингпин, это Страж 2-3. Радару удалось захватить цель. Вас понял, 2-3. Пандора уже у нас на прицеле. Точка назначения — воздушная база Рио-Галегас. Если Айронс хочет нанести удар в этом полушарии, это идеальное место, чтобы начать. Есть один вариант — перехватить Пандору в международном воздушном пространстве и заставить сесть. Координаты для встречи в воздухе высылаю. Понял вас. Команда надевает костюмы. Это важный шаг, Кормак. Ты нанесешь Атласу прямой удар. Хватит прятаться в тени. Страж 2-3, последнее сближение. Вас понял, Страж 2-3. Ваша основная цель — груз. Добудьте его любой ценой. Понял, Кингпин. Встречаемся с хранителем 5 в точке спроса и берем груз. Страж 2-3, конец связи. Активируйте магнитные захваты. Так, Митчелл, пора эту птичку сажать. Группа захвата взорвала задний люк и берет груз. Всем отрядам на подходе ГБР «Атласа». К вашим позициям приближаются спускаемые капсулы. Раз, два. Срочно перебрось груз на хранитель 5. Они пунктуальны, надо признать. Слишком глубоко забрались. Нужно найти путь к грузу. Похоже, тут есть проход. Ладно, пошли. Свет!
Термосистема в костюмах еле справляется. Просто лед. Все чисто. Продолжайте сканирование. Ты это слышал? Не останавливаемся! Найти выход на поверхность. И поскорей. Мы можем пойти отсюда по течению. Не думаю, что у нас есть выбор. Я пойду впереди. Митчелл за мной. Илона, прикрывай с тыла. Бабы, где вы, черт вас бери? Нас атакуют! Большие потери! Нужно выходить срочно! База не отвечает! Это дым. Это наверняка вертолет. Давайте, надо идти! Смотрите под ноги! Ветерок уже чувствуется! Впереди противник! Дроны! Кингпин, это Страж-2-3. Груз все еще у хранителя 5. Приближаемся к их местоположению. Как поняли? Огонь из Эми, Митчелл! Повторите, Кингпин. Можете прислать координаты выхода. Контакт. Прямо по курсу. Черт, они взяли груз. Кингпин, это Страж-2-3. Хранитель 5 погиб. Груз у Атласа. Идем на перехват. Слышу вас хорошо. Высылаю на вашу позицию транспорт. Я пойду вниз, попробую их выманить. Илона, убирай тех, кто отстанет. Илона, открывай огонь, как только окажемся на позиции. Целься, Мичу. Открыть огонь! Вперед! Мы должны взять груз! Пошли! Мы должны взять этот груз! Гидеон? Атлас-1. Докладывай, Клим. Да, Атлас-1. Хуарес и Майклс погибли. Что? Только сейчас, Гидеон? Ты мог уйти из Нью-Багдада с нами. И хлопали бы ушами вместе. Вопросов было слишком много. Я должен был найти ответы. Айронс планирует предупредительный удар по США. Он втайне разрабатывал биологическое оружие. И мы должны пойти за тобой? Хотел бы он нас убить. Нас бы уже не было. Айронс предал все, во что я верил. Я хочу закопать его не меньше, чем ты. Хочешь остановить его, доберись до груза. Ладно. Тогда веди нас. Митчелл, Кормак, хватайте стингеры и прячьтесь. Атлас-2-3,
2-1, мы готовы, забирай нас. Мы покончили со стражами. Вас понял, Гидеон. Повезло вам. Мы уже собирались улететь без вас. Груз в безопасности? Так точно, сэр. В целости и сохранности. Прицелься, но не стреляй без команды. Гидеон, тепловые датчики засекли несколько целей. Там у вас точно никого нет? Сбейте его! Кормак, вызывай эвакуацию! Митчелл, за мной! Быстрее, Митчелл! Быстрее! Сейчас все рухнет! Эвакуация! Идем на вашу позицию! Прыгай, Митчелл! Кингпин! Груз взяли! Ясно, Страж 2-3. Отлично поработали. Взяли по дороге гости. Везем для беседы. Кормак, конец связи. Это Мантикора. Биооружие против определенных генотипов. Если твоей ДНК нет в базе Атласа, считай, что ты труп. Он может сбросить его на поле боя. Его бойцы выживут, наши умрут. Верно. Контакт с одной спорой смертелен. Химзащита бестолку. Он уже в работе? Не знаю. Но раз он изготовил образец, возможно, уже идет производство в промышленных масштабах. Если да, нам нужно знать что, где и как. Иначе нам Айронса не свалить. У Атласа есть куча заводов, способных наладить массовый выпуск. Вот тогда до нас и дойдет. Гидеон знает место. Ты уверен, что ему можно доверять? Без него задание не выполнить. У нас есть выбор. Цель – заброшенная лесопилка в Болгарии. Встречаемся в точке сбора и объединяемся с группой Кормака. 3 минуты до цели! Ты был прав насчет Айронса. До меня не сразу дошло. Хорошо, успели. Без тебя мы бы так и блуждали в темноте. Прямо как раньше, а? Кингпин, это Каюка Тель-3. Нас попали. Эми, ударил Атлас. Черт! Сбой, Экза! Система не отвечает. Не могу! Приготовиться к удару! Все! Прыгай! Валим! Не дай этому снайперу убить нас! Вперед, вперед, вперед! Экза загружается. Вертушка кружит над нами. Пошел! Сверху! Завелись! Держись! Давай! Давай! Экза, скрыт! С врагами двигайся осторожно. Они не должны тебя услышать.
Ты как? Надо быстро сваливать. Пришлось убрать пару их ребят. Когда их найдут, будет жарко. Дело не сделано. Пошли. Миссия даже начаться не успела. Мы никуда не уйдем, пока все тут не осмотрим. Я ни черта не вижу. Нокс, покажи им. Посылаю данные. Следы химикатов, босс. Много химии. Им есть что скрывать. Мы не справились. Вернемся в другой раз. Другого дня не будет. Облажаемся. Отвечать будешь ты. А когда было иначе? Крутой ублюдок, надо признать. Все, поехали. Включаю данные разведки. Действуйте по плану. Понял. Давай на лестницу. Прикрываю. Вот так. Митчелл, ты первый. Чисто. Быстро к пульту. Так, парни, берем все. Карды, банки данных, все, что увидите. Сами знаете. Кингпин, начинаю передачу. Войдите в систему. Ожидаю прибытия посылки. И этот старик, те два, там. Бинго, посылка у нас, передаю. Связь установлена. Так, жгите все. Термит. Тут не только биологическое оружие. С этим мы свалим Айронса. Ты как? Посылка получена. Молодцы. Идите ко второй цели. Вас понял. Выдвигаемся на химзавод. 2-3, внимание. Вокруг цели крупное скопление противника. Они активировали сенсорную сеть. Наше прикрытие бесполезно. Так, больше не прячемся. Не лезьте под сенсоры, они сбивают настройки костюмов. Пошел. Система Биоспарк распознала следы токсина на канистрах. Митчелл, встань. FRB. Закончим с этим. Выйти! Кингпин, объект нейтрализован. К выходу готовы. В основной зоне высадки слишком опасно. В небе полно врагов. Новая зона в трех кликах к юго-востоку. Мы засекли Т-740 в южном ангаре. Это ваша лошадка. Вас понял. Выдвигаемся. Обыщите комнату. Чисто. Поедем вот на это. Нокс, попробуй наладить. Вас понял. Т-740 всего лишь прототип. Он не может так сильно отличаться от 600-го. Повышаю мощность. Умеет водить эту штуку, поднимите руки! Мы с Митчеллом тренировались на 600-х. Эти движки новые. Отсоединяюсь! Мы заряжены с полным боекомплектом. Кингпин, это Страж 2-3. Движемся к зоне посадки. Будем примерно через 10 минут. Прошу зачистить зону посадки. Понял вас, Страж 2-3. Птичка пошла обходным путем. Остаюсь на связи. Так, все по местам!
Митчелл. Как на занятия? Орудия включены. Выдвигаемся. Огонь по готовности! Бей по пехоте ракетами! Четверо! Есть! Подтверждаю. Четыре пассажира. Держитесь. Черт. Надо было зачистить. На шаг впереди, друг. Отлично, солдат. Как только это расшифруем, Атласа больше нет. Эх, забрал. Иду назад. Стать первым главой частной корпорации, принятым в Совет Безопасности ООН, честь для меня. К сожалению, мой сегодняшний визит был омрачен какими-то грязными слухами. Якобы я создаю оружие массового уничтожения, которое сможет поражать не только случайные жертвы, но также и отдельные этнические группы. Я хочу сразу высказаться по этому поводу. Создаем ли мы такое оружие? Нет, не создаем. Потому что мы его уже создали. И при всем уважении, он ископаемое из тех времен, когда каждая нация играла свою роль в решении мировых проблем. Теперь это совсем не так. Потому, прежде всего, что вы предложили эту работу мне. Мои люди умирали на ваших войнах. Так что я имею полное право сказать, ваши войны – ничто. Так что мои приоритеты изменились. Не деньги, а политика. Ведь политики не умеют решать проблемы. Я умею. Так что все просто. Я здесь, чтобы решить проблемы мира. И главная его проблема – это все вы. Черт, что это было? Точно не знаю, друг. Но, похоже, Айронс объявил войну. Мы уничтожили его ОМП. Без Мантикора у Атласа нет ни шанса. Кормак, вам нужно это видеть. Говори. Мы взломали код последней серии загрузок. Что это такое? Потенциальные цели. У Айронса был план на случай, если Атлас загонят в угол. Предупредительный удар. Он хочет вырубить нас еще до начала драки. Нападение на США? Мы что, уже в этом уверены? Каков план? Атлас всех разом не снимет? Сан-Франциско. Весь третий флот готов. Вы нужны мне на земле. Оба. На севере чисто. Стоп. Что он делает? Что у вас? Сбежать хочет. Пошли! Вперед, вперед, вперед! Белый фургон с гражданскими номерами вышел на точку. Преследуем. В фургоне может быть все, что угодно. Преследовать, но не атаковать. Бей по нему, Митчелл. За ним!
Как разведка в Травороне? Объезжай цистерну! Осторожно! Всем группам! На мостике полно техники Атласа! Мне нужен полный обзор вокруг флота! Немедленно! Адмирал, на мостике противник! Всем подразделениям тревога! Понял, страж один. Твои держать на месте. Ждем передачи. Ты цел? Кормак, питбуль вышел из строя. Дальше ножками. Выходите из фургона! Лежать! Лежать, вашу мать! Мы достали водителя! Один фургон мечом. Движение в точках 3 и 5. Подтверждаю перемены на сухогрузах. Атакуют флот. Будет мясорубка. Спокойно, лейтенант. Сколько бойцов у меня в строю в этом секторе? Сканирую. Готово. Соединяю. Всем стражам проверка связи. Слышу вас хорошо. И что мы теперь должны делать? Вас слышу. Садитесь и удерживайте позицию. Иду к вам.
Атлас пытается взять под контроль орудие авианосца. Надо поставить глушилки на рейлганы, дать техникам время. На авианосце полно врагов. Они попытаются взять мостик. Пошли, пошли. Нет, им с рук не сойдет. Давай за рейлган! Давай за тот терминал. Наведись на тот сухогруз. Держи сухогруз на прицеле, Мичо. Будто уничтожено. Переключай. Через полтора клика. Начинаю сброс. Автопилот запущен. Капсула сброшена. 1200 метров до цели. Глушу систему. Переключаюсь в режим невидимки. Все понял, 01. Вы пропали с радаров. 2-1. Мы заходим с азимута 315 на высоте 12400 футов в 2 морских милях от цели. Прием. Соединяю дисплей с боевой сетью. Наша главная цель — КП «Атласа». Айрон спрячется там и ведет свою войну оттуда. Вокруг города стоит несколько ракетных турелей. Это их ПВО. Если мы хотим добраться до КП, придется их вынести. Дистанция до цели 200 метров. Отключите экраны. Приготовьтесь к посадке. Случилось. Нокс ранен. Нужен медицинский транспорт. Немедленно! Нет.
Это Мантикора. Отступаем. Выводите всех отсюда! Почему нас не затронуло? Айронс все учел. Для них это безопасно. Видимо, нам сделали прививки. Ответный огонь! Я много раз обманывал смерть. Был на волосок от нее. Ничего приятного, но в этот миг внезапно наступает такой покой, такая ясность. Ты видишь в происходящем неизбежный результат каждого сделанного тобой шага. И в то же время ты видишь перед собой другой путь. Тот, который ты мог выбрать, делая первый шаг. Сейчас мы все идем одной дорогой. Хорошие люди бьются за злое дело, а злодеи рядятся в одежды добродетели. Каждый из них уверен, что ангелы на его стороне. Но любой путь кончается, а смерть нельзя обманывать вечно. Мы вложили все, что у нас было, в Атлас и остались ни с чем. Пришло время расплаты. Не спать. Любая мелочь может оказаться очень важной. Что это за место? Тут велись исследования. Похоже, Айронс все здесь переделал. Какие исследования? Медицинские или вроде того. Не суть. Теперь это тюрьма. Значит так. Единственный шанс выжить, не паниковать. Ждем момента. Нет, слезь с грузовика! Быстро! Полезайте, чтобы... Добро пожаловать в Атлас! Можешь заводить. Загон открывается! Эти двое, загон Кормак, давай быстрее! Гидеон! Клетку! Остальные за красную линию! Загон заполняется. Через линию. Четверо спускаются на нулевой. Лезь вверх. Как ты здесь оказался? Воздушную поддержку смел удар Мантикоры. Я не попал в зону поражения, но нас окружили, и их было больше. Вы отправили спасательную группу? Центр города заражен. Мы ушли от города подальше. Не думаю, что кто-то придет. Так, пошли, ребята! Вылезайте из загона! Из загона, быстро! Шевелись! Иди сюда! Подойди сюда! Пошли! Начинаем движение! Давай, сюда! На что пялишься? Четверо, заходи! Смотреть прямо! Блок С, встать! Так, парни, сюда, пошли! Готово! Блок С закрывается! Помощь!
Шевелись! Пополнение здесь тише! Отходят! Блок Т закрывается! Загон открывается! Блок Т открыт! Браслеты кверху! Готово! Готово! Блок Т закрывается! Пошли! Нет, им с рук не сойдет! Четверо в клетке! Я хотел увидеть того, кто пришел убить меня. Миссия остановить вас. Если это значило убить, не думаю, что кто-то расстроился бы. Здесь, в Атласе, мы не прощаем провалов никому. Я расстроен, трое из моих лучших наемников так опозорились. Ну, значит, так тому и быть. Зерна от плевел, сильные от слабых. Древние спартанцы понимали, что такое война. Но мы забыли об этом на 2000 лет. А твой сын, Уилл, он зерна или плевелы? Уилл стал жертвой бездарной политики американского правительства. Он умер за то, во что верил. Суть в том, что даже умерев за идею, ты ничем ей не поможешь. Ты не молод, но ты сильный, Кормак. Ты будешь истекать кровью минут 20. Хватит, чтобы понять, стоило ли оно того. И ты. Блудный сын вернулся. Я верил в тебя. Я дал тебе второй шанс. Ты не такой, как Уилл. Команда очистки медотсеку 3. 4 объекта для срочной обработки. Повторяю. Команда очистки медотсеку 3. 4 объекта для срочной Забираем его. Идти можешь? Остановите Айронса. Мне конец. Тихо. Мы уходим. Все уходим. Я его взяла. Ладно, иди за мной, только тихо. Иду! Нет, я... Размерчик подходящий. Хватай его экзокостюм и ствол.
Вот. С одним крылом ты не перезарядишься. Береги патроны. Бери новый, когда эти отстреляешь. Готов? Похоже, выход наружу. Илона, сюда. Митчелл, бегом к пульту, открой дверь. Бросить оружие! На пол! Я иди! Буду стрелять! Назад! Митчелл, ложись! Оставайся там! Бросай! Что случилось? Внимание! Дверь заперта. Назад! Черт! Постарайся подняться, мы найдем другой путь. Митчелл, пошли. Вижу его! Контакт! Насколько я знаю Илону, она захватит наверху спасательную машину. Мы заставляем ее ждать. Мантикора наносит удар. Он запускает ракеты. Багдад — это только начало. Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес — крупные города. Запуск меньше, чем через 2 часа. Твою мать! Без паники. Всем заткнуться. А? Дверь заперта. Попробуешь ее... Последовательность. Чисто. Вот оно. Будущее по Айронсу. Он свихнулся. Будь я проклят, если мы допустим, чтобы это сошло ему с рук. С дороги! Пошел! Надо двигаться! На землю! Полегче давай! Лады! Господи! Эй, ты! Не вздумай шевельнуться! Назад буду стрелять! Открой дверь! Откуда бьет Мантикора? Откуда? Командный центр Атласа! В городе! Блюк! Пошел! Где мы? Вот это нехорошо. Что за... Проклятье! Надо найти выход! Смотри! Шахта! Там, под вагонеткой! Митчелл, помоги! Давай сдвинем вагонетку! Давай, толкай! Сюда! Шевелись! Давай, друг! Черт! Митчелл! Есть! Чуть не поджарились. Там свет. Мы почти вышли. Надо предупредить штаб о запуске Мантикоры. Гидеон, это Илона. Я нашла машину. Трейлер возле северной стены. Отлично. Мы уже в пути. Скорее. Кормак совсем плохо. Сюда! Контакт. Вертушка! Вот мы на чем полетели! Раненый!
Я здесь, Митчелл. СМГ на 6 часов. Они атакуют нас! На 2 часа! Движение! Посмотри-ка. Тут хватит мантикоры, чтобы ударить по всем крупным городам в нашем полушарии. Нужно найти Илону и Кормака. Пошли. Готов? Пошел! Давай! Вертушки! Всем, кто меня слышит, это Страж 2-1, вас не слышу! 2-1, это Кингпин. Слышу хорошо. Я уже думал, мы тебя потеряли, солдат. Айрон планирует в ближайшие 2 часа применить биологическое оружие для удара по крупнейшим городам. Ясно. Вы у нас на радаре. Высылаю поддержку для эвакуации. Кингпин, как слышите? Держись! Поднимайся. Осторожно! Кажется, работает. Включай ручное управление. Я ему помогу, ты гони. Надеюсь, мы не опоздали. Уходи. Мы почти на месте. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Уже недалеко. Давай. Давай. Нет. Кормак.
И что теперь? Пора с этим покончить. Только мы можем помешать Айренсу запустить Мантикору. Нас трое. Против армии. Самоубийство. Все верно. Но ведь он так бы и сделал. Ладно. Есть идеи? Одна. Такой план мог прийти в голову только Гидеону. Лобовая атака на крепость Айронса с двумя механическими костюмами, которые мы нашли на базе. Мы должны были прилететь на дронах. После этого нам оставалось рассчитывать только на себя. Страж 2-1, это показывает высокий уровень загрязнения в городе. Мы не сможем поддержать вас наземными силами. Прием. Кингпин вас понял. Ваши позиции приближаются десантные катера. Вижу. Огонь по катерам. Сжечь их. Беспилотных средств нет. Нам пришлось бросить в бой все, что есть. Простите, но дальше вам придется разбираться самим. Если не можете остановить процесс, убирайтесь оттуда. Вас понял. Посторонние в стартовой шахте. Всем отрядам немедленно собраться в секторе 4. Ракетный рой готов. Ракета готова. Главное орудие готово. Контакт. Неавторизованный персонал в секторе 4. Повторяю. Неавторизованный персонал в секторе 4. Останавливаться!
Митчелл, держись. Ну все, мы остановили запуск. Я тебя вытащу. Не теряй сознание. Идем, не отключайся. Страж 2-1, прорываем оборону города. Войска Атласа отступают. Отправляю вам на помощь беспилотные средства. Вас понял, Кингпин. Запуск отменен. Повторяю, запуск отменен. Как слышали меня? Кингпин, прием! Я опускаю тебя на землю. Пожалуйста, попробуй идти сам, Митчелл. Нужен свет. Привет, Митчелл. Не двигаться, мать твою! Хочу попросить о том же. Он хакает наш экзо! Я пустой! Ты слишком веришь в эти штуки. Город рушится, это конец! То, что я начал, не умрет со мной. Это больше меня. И точно больше тебя! Думаешь, я монстр? Это потому, что у тебя не хватает духу сделать то, что необходимо! Необходимо? Удар по Америке? Выпустить Мантикору, убить тысячи невинных людей? Я спасаю мир от него самого! Когда у Атласа не останется врагов, войны прекратятся! Это неизбежные жертвы! Ага. Аргумент всех больных тварей в истории человечества. Не знаю, что мы сорвали запуск. Они разнесут тебя вместе со зданием! Я мог убить тебя в лагере. Могу убить сейчас, но не стану. Я не зверь! Митчелл. Попробуй открыть свой экзо. Теперь мой. Не работает. Времени нет. Если он уйдет, все было зазря. Давай! Пошел! Не дай Айронсу уйти! Скорее, Митчелл! Двигай, двигай! Не сдамся, так что вытащи меня! Митчелл, есть два варианта. Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним! Митчелл, что ты творишь? Что ты делаешь? Митчелл, это я дал тебе руку! Митчелл, я дал тебе второй шанс! План мог прийти в голову только Гидеону. Лобовая атака на крепость Айронса с двумя механизмами.
держу, друг. Держу тебя. Для него был только один путь. Мы приходим в мир с закрытыми глазами. Большинство предпочитает прожить так всю жизнь. Айронс открыл глаза. Он увидел, как несправедлив мир, и решил исправить его. Если он нашел ответ, то унес его в могилу.